Всем привет! Я вам расскажу свою супер-пупер-трэшовую историю. Я и еще трое моих друзей. Это Алиса, Ваня и Дима. На самом деле у них другие имена. Захотели поиграть в паузу челлендж, но просто словами, без какого-либо пульта, еще и в школе. Лучше бы мы этого не делали. Как только звенел звонок, каждый был сам за себя, как одинокий ниндзя. Ведь пока ты в паузе, могли развязать шнурки, дать пинка или стащить портфель. Но мы с Алисой придумали гениальную идею. Мы решили Диму затащить в женский туалет в качестве мести. Это было так смешно. Все было бы хорошо, но тут злая училка нас спалила и рассказала все классухе. Классуха нас, естественно, поругала и сказала: «Нормальные люди так не поступают». Но ничего. Итог. Не играйте в школе в паузу челлендж. Подпишись и поставь лайк.